Детское радио представляет. Очевидное и невероятное. Свистать всех наверх, отдать швартовые. Путешествие в мир очевидного и невероятного начинается. Иван Тимофеев из Смоленской области пишет. Каждое лето я гощу у бабушки в Одессе. Я часто хожу в порт и слушаю рассказы матросов. Так вот, многие из них видели летучего голландца, знаменитый корабль-призрак. Уважаемый профессор, ведь летучий голландец существует? О, Иван, вопрос ты задал мне непростой. Но все же я постараюсь на него ответить. Корабли, призраки, летучий голландец. Согласно этой легенде, капитан корабля был когда-то человеком. Поссорился со своим экипажем и получил пожизненное проклятие. Бесконечно скитаться по морям и не пристать ни к одному берегу. Согласно преданию, встреча с летучим голландцем предвещает морякам кораблекрушение. Корабль-призрак безмолвно появляется из ниоткуда и также тихо исчезает в тумане. Но что же такое на самом деле корабли-призраки? Со всей ответственностью заявляю, корабли-призраки, дорогие мои, не что иное, как мираж. Да, честная профессорская. То есть отражение далеких реальных кораблей, которые при обычных условиях не видны. Остается разобраться, как же появляются миражи. Очень просто. При преломлении лучей света. Вот, пожалуйста, проведем эксперимент. Возьмите стакан с водой, опустите туда ложку. Что вы видите? Правильно, при переходе от воды к воздуху ложка словно ломается, сдвигается на несколько сантиметров. Так вот, мираж — то же самое. Изображение далекого объекта сдвигается в нашу сторону, и мы видим то, что находится за линией горизонта. Записи наблюдения одного такого миража зафиксировано в бортовом журнале судна «Вендер». Находясь в районе Мальдивских островов, команда корабля заметила на горизонте горящий корабль. Экипаж, конечно, бросился на выручку, но на глазах изумленных матросов терпящий бедствие корабль завалился на бок и затонул. При этом экипажу не удалось найти ни обломка горящего судна, ни шлюпки, ни матроса. Что же это, спрашивается, было? Мираж, конечно же. В ту самую минуту, когда команда Вендера наблюдала трагедию, в 900 километрах от них тонул настоящий крейсер «Репалс». Увидеть его так далеко было нереально, но с помощью миража стало возможно. Так вот, дорогой Иван, не думаю, что разочаровал вас.